Привет, меня зовут Алексей, и добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Да, вы не ослышались, Лесной Строитель. Сколько раз я уже приезжал сюда в землянку, но так и ни разу не сходил на рыбалку. И наконец-то сегодня я решил осуществить задуманное и пойти на рыбалку. Взял удочку обычную, поплавковую. Я не думаю, что у меня будет какой-то улов. Больше хочу просто посидеть, помедитировать. Все-таки тяжелая рабочая неделя была. И график посещения землянок я теперь немножечко изменил. Уезжать я буду уже утром в свой выходной день. Соответственно, спешить мне никуда не нужно будет с утра. Можно будет спокойно отсыпаться. И уже в полном удовольствии и от полученных эмоций за проведенные сутки буду возвращаться к себе домой, к семье. В качестве наживки взял обычных опарышей. Что можете меня поздравить с первым уловом? Поймал листочек. Приехал к землянке, выгрузил все основные вещи и сразу бегом пошел сюда, к речке. По понятным причинам я не стал снимать дорогу, как я сюда дошел, дабы не выдавать координаты своей землянки. Да, здесь рыбы нет, как говорил директор катка в Ералаш. Пойду в другое место, может быть, там что-то поймаю. Здесь рыбы нет. Ладно, как говорится, сматываем удочки. Да, по-моему, я нашел отличное место для того, чтобы поставить здесь стул и стол. Мы как раз таки находимся на той самой моей любимой полянке. Фух, сейчас, конечно, прогулка была такая, немножко тяжелая, с нагрузкой, скажем так. Подниматься, спускаться-то всегда легче, да, когда я шел туда, к речке. А сейчас подъем был такой очень крутой, хотя расстояние всего лишь 1,5 километра. Ну да ладно. В общем, мы выяснили, что здесь есть и речка, и озера. Рыбачить можно, даже нужно. Самое главное, чтобы что-то ловилось. К сожалению, у меня сегодня не получилось ничего поймать. Thank you.
Напишите в комментариях, что это за птица. Я в них вообще не разбираюсь. Может быть, вы лучше знаете. Вот. Вот сейчас вот. Это у меня будет спинка стула. Сейчас хочу определить высоту сиденья. Наверное. Ну, вообще стандартная высота стула, дивана, кресла около 45 сантиметров. Высота посадки самой. Дело в том, что я занимаюсь же мебелью и в том числе продаю стулья и кресла. Поэтому я это знаю. Так, это у нас будут ножки. Уже что-то похожее на стул начинает вырисовываться. Отлично. Шикарный стул. Единственное, мне не нравится, что вот он шатается во все стороны, но у меня уже не осталось саморезов. Ну, там буквально штуки 4-5. Я сейчас на задней спинке сделаю укосины. Вот, наверное, в лучшем случае на укосину и хватит, на одну причем. Вот так вот саморезы и теряется. Я уже штуки 2 потерял. Сейчас землянки посмотрю, может, там гвозди остались. Да, там были гвозди, точно. И, кстати, возможно, саморезы есть. Ух ты, тяжелый какой! Ну что, получился... Просто-таки классный стул, шикарный. Да, он не идеален, но это первый опыт такой работы с сосной. Это не досточки, это не доски, это не фанера, не листы ЛДСП, поэтому тут немножко все-таки сложнее. Суть не в этом. Как вы считаете, можно ли построить в лесу баню без единого гвоздя и сделать это, ну, примерно за час-полтора? Я считаю, что можно. Я не буду капризничать, искать какие-то там сухие, ровные бревна. Мне, по сути, вообще без разницы, что сейчас использовать, потому что эта баня будет как временная постройка, и вполне возможно, что там, не знаю, завтра я ее разберу, если мне сегодня не понравится полученный результат. Так, я думаю, вполне достаточно будет заострить концы четырех стоек и просто вбить их топором.
Ну все, каркас готов. Осталось только обмотать стрейч-пленкой, принести печь и затопить. А, еще надо принести воду и камни. Ну, сейчас я стрейчем заматываю каркас бани. И мы с вами наконец-таки пойдем в землянку. Теперь надо заниматься делами там. Я хочу немножечко попробовать обжечь доски, которые вот слишком выделяются на фоне всего темного леса, да и вообще на фоне темных бревен. Вот эти доски, которые я потом лачил, покрывал лаком, вот их я хочу обжечь. Я взял газовую горелку. Что из этого получится, я опять-таки не знаю. Опять будет первый опыт. Как вы видите, каркас повело. Надо было все-таки, наверное, поглубже вбивать стойки. Либо, как обычно, пользоваться укосинами. А еще лучше пользоваться гвоздями. Тем не менее, задачу построить баню без гвоздя за короткий промежуток времени я выполнил. Но результатом я уже недоволен, соответственно, я это все буду разбирать и делать иначе. В любом случае, сегодня-то надо искупаться. Сейчас время на переделки уже просто нету. Уф, как смог, выровнял ее. Да, я очень недоволен тем, что у меня получилось. Слышите выстрелы? Уже третий. Мне кажется, из ружья охотничьего. Опять выстрел, слышали? Наконец-то уже. Сейчас доберемся до землянки. Посмотрим, что там. Как дела обстоят, все ли в порядке. Ну, не буду лукавить, я-то же уже там был, в принципе, я об этом сказал. Ух ты! Смотрите, какой гриб. Ничего себе! Вот моя рука для понимания. И грибок. Вон еще один, кстати. Ну, насколько я знаю, это не совсем съедобные грибы. Точнее, просто несъедобные. Поэтому не рекомендовал бы их пробовать. Еще один такой же. Да, их тут много. Смотрите, сколько здесь кирпичей теперь. И тут, и тут. Их очень много, просто невероятное количество. Я даже уже не знаю, куда их сейчас складывать. Потому что места за бочкой практически не осталось. И не так давно, буквально вчера, по-моему, да, я смотрел видео на канале «Тайные тропы» Илья Колчин. Ну и на канале «Походный оптимист», естественно, я тоже смотрел видео, как мою землянку обнаружили Дмитрий Клычков и Илья Колчин. Так вот, в ролике Ильи Колчина я увидел впервые
что у меня, оказывается, по трубе стекает вода на печку. Я этого даже и не замечал, то есть сколько я сюда приходил. Но я видел один раз какое-то небольшое пятнышко водяное на бочке, да, я смотрел на потолок, искал следы протечек, но их не было. Ну, а как выяснилось, вот Илья на этот момент обратил внимание, что вода стекает по трубе и собирается на бочке, на поверхности бочки моей печки. Ну, будем исправлять. Всему нужно свое время. Пока так. Уже пистолет плохо работает у меня. Я, честно говоря, не помню, кто мне посоветовал в комментариях обжечь доски горелкой газовой, но это шикарный совет. Мне очень нравится, как подчеркивается текстура дерева. Просто великолепный вид. Спасибо за советы. И почаще пишите комментарии. Давайте, пока у меня горелка в руках, проведем эксперимент. Будет ли гореть базальтовая вата? Ну или как он, базальтовый утеплитель, который за печкой у меня. Ну, как минимум, горение он не поддерживает, этот материал. Чего нельзя сказать о межвинцовом утеплителе. Смотрите. Оп. Так вся землянка может сгореть нафиг. Ну что, я думаю, пришло время затопить баньку. Сейчас нужно все вот это перенести туда, на мою любимую полянку. И заодно я забыл принести продукты. Сейчас схожу до машины, возьму продукты. На ужин у меня будет сегодня уха. Я уже вам об этом говорил. Ну, как настоящий рыбак, я позаботился о своем улове заранее. Рыбу я поймал у себя в холодильнике дома сегодня. Хороший стульчик. Но немножко надо его еще доработать будет.
Я так думаю, вот надо будет здесь укосину сделать. С этой стороны ее продублировать, чтобы было симметрично. Ну да, в принципе, этого будет достаточно, я думаю. Потому что вправо-влево он не так сильно шатается, как вперед-назад. Не хватает жесткости по диагонали здесь. Все, печку затопил. Пора готовить дрова. Кстати говоря, сейчас покажу вам очередной лайфхак. Если вдруг вы забыли и не взяли с собой пилу, как можно заготовить дров, по крайней мере, из стволов деревьев, не больше там 10 сантиметров толщиной в диаметре. Пойдемте. Смотрите, что я вам хочу показать. Если вы забыли вдруг и не взяли с собой пилу, всегда можно заготовить мелкие дрова благодаря деревьям. В принципе, вот здесь небольшой промежуток между этими двумя стволами деревьев. Они крепкие, не сухие, точно не упадут. Поэтому попробуем. Эффект рычага. Конечно, они не получаются очень маленькими, но вполне достаточно, чтобы разжечь хороший костер и не бросать туда здоровенные длинные деревья. Интересно измерить температуру, сколько сейчас градусов на улице и сколько градусов в моей бане. Давайте мы вот этот датчик заведем туда в баню, на уличный, пусть показывает уличную температуру. Для полноты картины сам термометр я положу на землю, чтобы он не нагревался от бани, от печки. Пора варить уху. Уху я хочу варить не на печке, не на костре,
А, на финской свече. И, как обычно, буду использовать капроновую нитку, свою любимую. Поэтому я всегда ее ношу. За счет вот этого отверстия между двумя половинками бревна можно регулировать приток воздуха, кислорода. Я, пожалуй, немножко перекрою. Вот, та же самая финская свечка из двух половинок. Так, взял клеенку. Оставлю здесь землянки соль, тоже ее оставлю. Ну, понятное дело, пшено нам понадобится, картошка, лучок. Я буду готовить уху буквально, ну, на две тарелки, чтобы мне наесться сегодня до отвала и ничего не тащить домой и не выливать, чтобы добро не пропадало. Форель, самый главный ингредиент. Ну и морковка. Да, готовить буду в котелке. Ложка-вилка. Котелок. Ну и тарелка моя, скажем так. Воды в склянь налью, все равно она будет выкипать потом со временем. Ну а пока вода закипает, почищу картошку, лучок, морковку. Вкусная морковка. Сейчас наслаждаюсь всей этой ситуацией и думаю, блин, в бане накупаюсь, а землянки-то я не затопил, печку даже. Сейчас приду, замерзну там. Ну да ладно. Если что, в спальник запрыгну, пока печка растапливается. Да и дров, кстати, тоже не заготовил. Что-то день такой вообще немножко сумбурный. И на рыбалку сходил, и баню построил. Ну, не особо, конечно, такую хорошую. Ну, ладно, искупаться мне хватит, я думаю. Сейчас еще ухи поем. Красота. А мне еще ступеньку надо доделывать в землянке. Я что-то совсем забыл про нее. Ну, куда деваться? Время. Время пол восьмого. Правильно, до 20 минут восьмого. Ой. Пока баня, пока уха, ну где-то часов 9 будет. Туда приду, печку затоплю. И, кстати говоря, вот, наверное, чтобы не замерзнуть, буду ступеньку делать. Ступеньку сделаю, как раз и печка растопится. И вот тогда чайку с чак-чаком. Себе налью чай и чак-чак буду есть. Если вы сладкоежка, то ни в коем случае не пробуйте чак-чак. Это прям очень, очень подсаживаешься и очень постоянно уже начинаешь его есть, этот чак-чак. Вкусно, очень вкусно.
Ну, на природе не бывает невкусной еды. Сейчас еще рыбу попробую. Ну, по ощущениям все готово, все отлично. Рыбка. Ну, рыба тоже, она быстро варится. Великолепно. 39,5. Я так чувствую, свыше 40 градусов там не нагреется. Надо было более герметичное строение делать. Ну, я думаю, нормально. 40 градусов мне хватит, чтобы искупаться. Ну что я хочу сказать, какие выводы. Баню сделать можно, но нужно более ответственно и серьезно подходить к решению этого вопроса. Во-первых, какая моя главная ошибка? Нужно было сделать очень хорошую герметизацию помещения снизу. Потому что снизу, когда я садился, прямо вот внутри там, да, тянет холодом. Во-вторых, нужно каким-то образом делать нормальную дверь, которую во время топки печки можно прикрыть. А когда печка протопилась, пошел купаться, уже там открываешь, заходишь, ну и пользуешься баней. Ну и в-третьих, однозначно нужно делать ее не вот такую, как я сегодня сделал, кривую всю, а ровненькую, более аккуратно нужно подходить к постройке даже такого временного помещения. В целом все выдержало, ничего не упало. Помыться можно, но попариться не получится. На камни я 2 раза плеснул, и на 3-й раз они уже испустили дух, все, то есть пара не было вообще. То есть 2 раза пар пошел от них, на 3-й раз уже все, они остывшие. Высказывали идеи по поводу того, что здесь сделать полку, такую, ну, как потайной ящик, скажем так, да. В принципе, мне эта идея нравится, но пока я ее не буду осуществлять. Я всегда успею это сделать потом. Просто сегодня я не взял лопату. Начнем с этого. Не, ну можно руками, в принципе, песок выгребать, но не особо охота. Насчет полки, да, мне очень эта идея нравится. То есть я, наверное, потом ее в дальнейшем сделаю где-то в 2 доски. Ну, может быть, не, в 3, наверное, доски на петлях такая откидная. И сюда можно будет складывать не продукты, а, я так думаю, лучше складывать сюда дрова, розжиг, да, какой-то там, ну, опилки, иголки еловые. Почему продукты и какие-то ценные вещи я не хочу сюда складывать? Ну, просто жалко. Как бы петли здесь будут торчать. Человек, любой, кто зайдет сюда, гость, он увидит здесь петли на ступеньке на этой, да? Ну, соответственно, значит, не просто так. Значит, там, скорее всего, что-то есть. И наверняка он откроет этот ящик, а вот уже возьмет или не возьмет он с собой что-то, что будет здесь ценное, это уже другой вопрос. Но рисковать я не хочу. Положу флаги, вот. Раз, бревнышко, 2, наверное, здесь еще одно,
Там можно не класть, а там на ребро доски ляжет. Да? И, собственно, буду доски набивать. Так, нужно отпилить лишнее. Жарко, а? Вот где надо было баню устраивать. Здесь, а? И там мучиться. Кстати говоря, да, в следующий раз, наверное, проще будет сюда кирпичи положить на бочку. Растопить как следует. Тут прям градусов 60. Нагнать вообще без проблем. Я, наверное, сейчас уже кофту сниму невозможно. Градусов 30. Это вот прям точно. Просто нереально жарко. А на улице плюс 3. Да, печка, конечно, классная. Хоть и металлическая, хоть и говорили, что она прогорит. Да понятное дело, что она прогорит. И прогорит она, ну, смотря как смотреть, да. Для кого-то быстро, для кого-то медленно. Я считаю, что этой печки хватит, ну, как минимум на один сезон, на зиму 100%. До лета, да, есть шанс, что она прогорит. Пока даже ни малейшего намека нет на то, что вот скоро-скоро она начнет прогорать. Ну, КПД у нее сумасшедший. Даже не то, чтобы КПД, не КПД, а сам размер, и плюс она вся металлическая. Она тепло сразу отдает в мгновение. А плюс еще ко всему у меня там стоит искрогаситель внутри, ну, зуб-отбойник. Соответственно, дрова горят медленней. И все в трубу, весь жар не уходит. Ну, это практически как шибер. Функцию шибера выполняет этот искрогаситель. То есть, как будто бы шибер наполовину прикрытый.
Гуся, попью чая и ложусь спать. Спокойной ночи. Доброе утро. Отлично поспал. Время уже 7:30. Пора вставать, собирать вещи. Спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось увиденное, ставьте лайки, пишите комментарии. Если не понравилось, все равно пишите комментарии. Мне будет интересно услышать ваше мнение. До новых встреч. Пока-пока.